Что вы слышали об Арбалы? Тут случайно попались уже. Первую Олимпиаду удачно выиграли и отправили письмо. Откуда вы узнали про наши Арбалы? Вообще, 10 лет тому назад я приезжала сюда в Уфу. Мы приняли участие в Олимпиаде Матлет. Мой ученик занял первое место. Мы были очень рады тогда. И когда пришло объявление о Матлете, мы с большим удовольствием опять приняли в нем участие. Вот. Но узнали уже, что проходит эта Олимпиада на базе вашего лицея. И когда пришло приглашение, мы тоже были очень рады. И приехали сюда к вам. И были встречены очень доброжелательно. И нам все здесь нравится. А тяжелый ли был первый тур Матлета? Первый тур достаточно был серьезный. Задания лично мне тоже понравились. Двух классов даже, пятых, я раздала задания. Но вот только одна девочка послала. А какие у вас будут пожелания всем нашим участникам? Пожелания всем участникам любить математику, заниматься. Много заниматься, серьезно, упорно. Это вам, ребят, очень поможет в жизни в дальнейшем. Что бы ни говорили, занятия наукой и спортом, и искусством обязательно для молодого поколения. Поскольку, как говорится, на умных, хороших людях земля держится. И чем больше их будет, тем лучше будет наша жизнь.